Есть в Салазгаре под Торбеевым небольшая ферма, которая еще 2 года назад была совсем маленькой. Своеобразным гормоном роста для крестьянско-фермерского хозяйства Татьяны Манушкиной стала государственная поддержка. В 2019-м бывшая учительница математики получила по программе «Агростартап» больше 2,5 миллионов рублей. Деньги пошли на закупку коров и строительство помещения для них. Почему-то нам легко это удалось. Потому что у нас уже, ну, как бы, занимались этим. И спасибо, что поддержали, нам выделили вот такие средства. Артему Сдунову Татьяна Манушкина рассказывает. За год удалось надоить 65 тонн молока и получить 1300 килограммов мяса. Сейчас ее ферма вышла на показатели, которых по договору должна была достичь только через 2 года. Встал вопрос дальнейшего роста. Больше 60% валовой продукции сельского хозяйства всех сельхозтоваропроизводителей района – дело рук тружеников Торбеевского подразделения Мордовского агропромышленного объединения. Оно основано в 2005 году, сейчас возделывает больше 30 тысяч гектаров земли. 13 из них под зерновыми. В прошлом году здесь намолотили без малого 40 тысяч тонн зерна при урожайности больше 30 центнеров с гектара. Регулярно обновляют технический парк. Сейчас вот готовят в бой новый комбайн «Полесье». «Белорус» встанет в один строй с давно хорошо зарекомендовавшими себя ростовчанами. Среднесписочная численность работников МАПО Торбеева – 288 человек. С частью коллектива, которая сейчас как раз занимается подготовкой техники к циклу весенне-полевых работ, Артем Сдунов пообщался прямо в мастерской. Спрашивал об уровне зарплаты, о жизни в районе и о том, что хотелось бы в ней изменить. Сложности, проблемы какие-то есть? А вообще в районе на что бы внимание обратили? Так, ну, спросили у нас, что вот надо? Глава здесь. Дом культуры, конечно, хотелось бы. Именно Торбеевский районный дом культуры был следующим пунктом поездки. Зданию скоро полвека, и оно давно нуждается в реконструкции. Реконструкция запланирована на этот год в рамках нацпроекта «Культура». Сметная стоимость проекта – 104 миллиона рублей. Торги вот-вот состоятся. 25-го торги закончим. Да. Завтра рассмотрение заявок уже. И ну, кто-то заявляется? Заявитель. Да, один заявитель имеется. Но наши нет? Наши. Да. Что потом найти, можно было спросить? Наши. Он строил школу, все. Работы все понятны? Просто контроль. В Торбеевском колледже мясной и молочной промышленности Артем Сдунов осмотрел лаборатории и за круглым столом поговорил со студентами. Руководитель региона отметил, то, чему и как они учатся, вполне соответствует разрабатываемой сейчас стратегии развития Мордовии. Мы сейчас стратегию как раз разрабатываем, но будущее, я считаю, одно из направлений, в том числе это ваше направление. Все, что связано, там, где можно наибольший маржинальный доход получить, это переработка, где большой рынок есть. Несомненно, одно из направлений – это будет развитие пищевого производства, переработки. Одно из предприятий, предоставляющих студентам сначала практическую базу, а потом и рабочие места, находится здесь же, в Торбееве. Там Артем Сдунов принял участие в открытии новой производственной линии. Подводя итоги поездки, он отметил направления, по которым еще предстоит поработать. Не все удалось сделать, но повторное посещение обязательно за этим посмотрим по дорогам. По качеству дорог заедем в те места, где там, может быть, еще пока не хватало внимания до них. Вот. Вопрос наиболее такой злободневный – отсутствие КТ в районе, заставляющее жителей при необходимости прохождения профилактики, диагностики куда-то ехать. Поэтому берем его на контроль. И один из важных вопросов, наверное, это вода. Качество воды сейчас не соответствует. Павел Степаненко, Александр Зюзяев. Наши новости из Торбеева.